Так, ребята, в общем, все. Идем, у нас собрание. Идем за мной, у нас собрание персонала. Что за коробки? Баллончик со стрелочкой. Интересно. Это наш лабораторный. С ним нужно поговорить. Мы открыли портал в новое измерение и отправили туда нашу группу. Эта группа пропала в этом измерении, а измерение называется The Backrooms. Что случилось? Эта группа отправилась на изучение этого измерения. И всплеск эмоций произошел, и мы потеряли связь. Ваша задача найти эту группу и вернуться сюда. Я готов. Ну что, ты пойдешь со мной? Да. Левел 0. Конечно, жутковато тут, да? Ну, как сказать. Я тут, в принципе, не был. Поэтому да. Тут какие-то коробки, смотри. Зажми, ты их очистишь. Зажми, оттуда выпадут полезные предметы какие-то. О, ты что, баллончики? Вы слышите, на? Да, слышим. У меня есть сапоги какие-то, смотри. Вы можете использовать баллончик, чтобы в своих целях, чтобы сделать направление. Ну, в общем, не понимаю, для чего нам это сейчас. Ну, пойдем по этой ленте. Пошли. Идем. Так. Еще коробка. Ну смотри, у меня есть какой-то баллончик. Еще какая-то банка или что это? Вот это. Она, о, подожди. Она восстанавливает здоровье. Правда, зачем нам здоровье? Перед меня стрелка появилась. Смотри, стрелка появилась. Да, это ты можешь нанести на пол, типа, куда можно пойти. Это для себя направление, чтобы не потеряться тут. Понял? Так. Так. Какая-то серверная, какое-то рабочее место. О, так посижу. Так, куда нам делать? Что нам делать? Какая-то кнопка. Надо что-то искать, да? Может, нажать на нее? Нет. Тут совсем одни. Ага. Ну, пошли сюда. Какая-то камера. Подсказка. Чтобы найти группу, нужно продвинуться. Вам нужно продвинуться внутрь. Ну, пошли. Может быть, кто-нибудь в серверной открылось? О, тут проход открылся. О, пошли. Так. Идем. Темновато. Блин, вот тут уже... Тут уже страшно. Жутковато. Везде камеры. За нами следят, наверное. Не знаю. С этих коробок кто-нибудь выпадет, нет? Выпало.
Батончик. Энергичный батончик ускоряет меня. Интересно. Еще один спрей выпал. Но вообще эти лабиринты какие-то жуткие. Отсюда ничего не выпало. Блин, какие узкие проходы. Так. Еще одно устанавливать. Ну что, идем сюда? Давай. Ой. О. Тут безопасно? Дымовуха. Подсказка. Где мы? А! Я ничего не вижу. Что происходит? Я ничего не вижу. Что происходит? Я не знаю, провода провалились какие-то. Ты что где? Делать? Я тут, зад. Я тут тоже. Что тут происходит? Я не знаю, что нам делать. Нет, она не открывается. У нас в камере за... Кто это? Это кто? Господи! Это кто за кувырло? Откуда он тут? Эй, дядя! Мы за стеклом, мы не можем пройти. Давай тут останемся. Пойдем. Не, подожди, давай хотя бы посмотримся. Тут вроде нормально все с собой. Смотри, вот эта дверь, которая уже закрыта. Да, мы не можем уже вернуться домой. По идее, нам нужно открыть вот эту вот. А как ее открыть? Давай, а как? Давай осмотрим эту комнату. О, ну мне очень жутко. Ой, господи, цвет. Да. Она сама открылась. Чё? Ты первый. Он куда-то туда ушел. Не, давай ты. Где этот говнюк? Ладно, я смел. Давай. Как обыскал? Зажми на коробке, зажми. Эй, там темно, куда идти? Там ты куда? Темнота. Ладно, давай я. О, там стрелочки, я вижу, нам туда. Еще один спрей. У тебя глаза светятся. Мы вентиляцию какую-то. Где он? О! Что-то есть. Здорово. В этих коробках ничего не было. У тебя что есть из еды вообще? У меня вот. Какой-то баллончик и еще вот это. Подожди. А, это значит восстанавливает типа ХП. Правда, не знаю зачем. Но у меня еще есть ускоряющий этот батон. Идем за мной. Тут легко потеряться. Тут очень легко потеряться. Окей, давай я, значит, сюда баллончик нанесу, чтобы мы не потерялись. Давай. Во. Если что, мы откуда пришли? Ага. О, капец, как тут жутко. А кто это мне был? Кажется... Мне кажется, ли там кто-то был? Где? Вон там. Что-то было, по-моему. Ой, прости, это я. Ты меня пугаешь? Мне кажется, вот тут какая-то фигня ходила большая. Да нет, ты себя накручиваешь. Никого тут не было. Да не, серьезно. Я вижу что-то. Ну, Зак. Давай быстренько. Давай. Давай быстренько просто осмотримся. Я подумал, ты серебрый. И уйдем отсюда. Давай. Капец. А мы, если что, пришли оттуда. Распидраним сейчас. Вот именно. Опа, коробочки. Дай. Опа, я подобрал. У меня теперь два этих было. Так. Ну, блин, там темненько. Господи, как тут легко запутаться. Почему тут так темно? У тебя нет
Ты где? Я тут, сзади, 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 сзади. А, у тебя нет факелов случайно? Нету. Так, я так понимаю, нам нужно найти нашу группу, которая тут пропала. Ну хотя, почему она пропала, вопрос. Это их вина, почему мы их должны искать? Иди туда. Господи, это глаза? Да. Давай осматривай, я буду на тихо. Ты мало ли? Что? Беги! Беги! Господи, что это такое? Ну посмотрите, кто это? Эти грёбаные. Тот самый мужик, который еще. Почему он смотрит на нас? Он смотрит на нас. Жуть. А ну уходи. А чё, он теперь все? Он типа не уйдет? Он тут ходит? Господи, а вот о. Это что? Ещё подсказка. Ну сейчас еще кого-нибудь посмотрим. Но это подсказки, без подсказок мы не сможем найти. Сейчас еще кто-то придет. Вот тут посерединке. Нету никого. Ух. Почему тут так темно? Его же не увидеть. Вот именно. Откуда мы пришли? Нам нужна лента. Его еще темный стрел. А, вот он. Ты, ну вот, стрел. Нам нужна наша ленточка, по которой мы ходили. Но мы запутались. Какой кошмар. Зачем ты меня позвал, Саш? Ты сам согласился, и ты мог не идти. Да где, откуда мы пришли, ребят? Мы заблудились. Да. Блин. Я надеюсь, мы сейчас на этого монстра не наткнемся. Ну вот мы вот как раз в его сторону идем, поверь. Я запомнил, где он. О! Ишь. Это. Переводи, переводчик. Не могу. Ой, не могу. С английским не очень хорошо, так что. Почему наша группа была английской и оставляла эти английские подсказки? Почему наша группа английская, а мы русские? О, господи! Беги! Беги! Он за мной! Он за нами! Он за нами! Он за мной! Он за мной! А почему у тебя есть ускоритель? Потому что я нашел батончик. Не уходи! Пожалуйста. Не иди ко мне, не иди ко мне. Не бросай меня. Быстрей. Я заметил, он какой-то медленный. Он за тобой? Не знаю, он за мной шел. Но он, знаешь, он ходит. Он... Это что такое? Что там? Коробки, коробки. Тут что-то полезное может быть. На тебе ускорение, на тебе ускорение. Давай. А как его использовать? Просто съешь его, ну зажать. Зажать? Ну сейчас не надо. Блин, ну он какой-то, знаешь? Я не пойду в ту сторону. Ну он какой-то, знаешь, медленный, типа, он просто ходит за тобой. Как бы. Ну, он может крысить. Где-то сидеть такой. Ну, он и это и сделал, как бы, за углом. Ну, сиреноголовые они такие. Мы заблудились реально. Мне кажется, мы к самому... Мне кажется, мы к началу приходим. Ну, идем. Блин, это тупик, знай. Ну, нам хотя бы к началу вернуться. Блин, ну мы сейчас придем в середину, где этот мужик будет.
Ну смотри, а вон в той, вон в синей комнате. Лампочком. На стену. Ну вон там был. Кстати, да, в длинночке. Не, он тут уже определенно будет. Это бесполезная стрелочка, если честно. Какие узкие проходы. Да. Так, это подсказка, которая была, мы ее залутали. То есть, ребят, мы должны найти нашу группу без подсказок. По факту. А их тут всего, по-моему, 25. Господи, ты что меня пугаешь? У тебя глаза так светятся, ой. Ой. Да, у тебя тоже. Ты на херобрин похож. У тебя еще скин Стива. Кошмар. Нам нужно выбраться. А где твоя стрелка? Которую ты поставил. За звуки. Как кошмар. Где Мне он? Страшно. Мы зачем? Вот она! Все! Фух, мы выбрались. Да. Фух. Я что-то слышу, я что-то слышу. Я слышу, как будто бы что-то упало или кто-то топает. Звук такой был. Ну, мы должны найти нашу группу. Там нафиг. О, господи. Твою дивизию, не пугай. Ладно, я коробку влутаю. Так. Она пустая. Так, погоди, прикрывай. Я должен попытаться все-таки перевести хоть что-то. Если что, я лутал батончик и убегаю. Тут кто стоит? На каникулах я весь английский для этого. Окей, ну о, раз одна. Можно прилутать, то давай лутать. Мне кажется, нам нужно все подсказки. Второго берем сюда. Не, ну, без подсказок мы не... Почему нету перевода? Не знаю, потому что наша группа была английской. Мы вдвоем только русские в этой компании, в лаборатории. Даже житель на английском разговаривает. Так. Так, стрелочка, мне не нравится. Я не хочу туда идти. Ой, я не хочу туда идти. Вот знаешь, мы только что побежали, в принципе, вот большую часть этой местности. Ну, в принципе, сейчас за кулисье. Но это вот черта мы не... Почему тут написано «Help»? Тут еще одна подсказка. Что за звуки? Почему тут написано «Help me»? Помоги мне. Не знаю. О, еще один батончик тебе нужен? У меня есть один. У меня их еще 102. Беги, твою налево! Он что, телепортироваться умеет? Я не знаю. Это, может, второй? Не знаю. Но он уже так... Третий раз вылазит. Ты знаешь, вот второй, ты знаешь, что у тебя зум есть? Подзорная труба. Какая? В общем, возле инвентаря глазик, видишь? И зажать надо. И у тебя подзорная труба будет такая. Я не знал. Я думал, ты ее где-то нашел. Вон он там! Мы в тупике! Беги! Куда? Вот он стоит. От кого? Где? Так ты в тупике. А ты где? Я выбежал. Вот. Я выбежал. Стой, стой, стой. Вот. Где он? Он там, в коридоре этом. О,
Там стул какой-то, нам туда нужно. Ой, вон он вон стоит. Он смотрит на меня. А нет, он уходит. Да. Он остановился. Чё, идем? Давай на шифте. Погнали. Блин, мне интересно, что будет, если он нас сожрет. Не знаю. Куда нам, в эту комнату? Да, в эту. Стой. Он идет в мою сторону. Аккуратно, тихо. Не-не, он если куда-то... Если он сейчас уйдет за угол... Он в угол ушел. Бегом, бегом сюда, бегом сюда. Тут есть проход. Давай быстро облутаем стул. Давай, лутай. Спавнпоинт. Ставь тут спавнпоинт. Тут спавнпоинт. Да? Да. Yes. Все. Ты где? Тут коробки. Тут много коробок. Но они рядом с монстром. Ладно, я облутаю. Мы прям на самом краю коридора. О, смотри! Там какой-то занавес. Где? Сейчас, погоди. Он нюхает нас. Мне кажется, нам надо бежать. Куда? Ты где? Я вышел оттуда. Идем обратно в длинный коридор. Так. Вон, видишь, там занавес как будто. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, какая-то дырка в стене, странно. Но где монстр, мы не знаем. Он с поворотом где-то. Он их направо. Либо... Мне кажется, то, что он вот появляется, а потом... Вон он. Где? Вон он. Да. Он в нашу сторону идет. Ну, это слишком медленно. Но это пока он нас не видит, может. Да он, в принципе, слепой. Слушай, там он очень длинный коридор. Господи, где? Я испугался на... Help me. Вон он. Очень жутко. Но нам нужно в ту комнату, чтобы пройти. Нам нужно с той стороны быть. Давай, я смелый. А, он куда-то... Он исчез. Идем, господи, не пугай меня. Он не мог исчезнуть. А, вот, это не занавес. Пошли в этот коридор. Он рядом. Бежим, 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 бежим. Я его слышал. Он нас нюхает? Да. Господи, это что, тупик? Он там, мне кажется, где-то, вот именно в той части где-то. Блин, меня пугает. О, там еще одна подсказка. Еще... Да. Меня выход. Пугает вот эта вот огромная зона, потому что посередине здесь где-нибудь... Выход, выход! Там есть. Выход! Побежали! Быстрее. Мы что, так на изи игру прошли? Что это? Что за звуки? Да пофиг! Еще одна подсказка. Нет. Иди. Ой, не то сел, случайно. Господи, господи, господи. Спокойно. Он слепой, он нас не увидел. Он ушел, все. А где? Я случайно съел... Я случайно съел батончик, который меня регенерирует вместо ускорения. Нас обманули. У меня есть один батончик ускорения. Так, стрел. Какая-то лестница. Лестница какая-то. Ну пошли, у нас нет выхода. Так. Почему потолок такой маленький? Темный коридор. Да, он такой... Тут какая-то дырка, смотри. Я надеюсь, отсюда он не выскочит. Тут очень темно. Идем за мной, не теряйся. Здесь еще такой... О! Что? Мы выбрались? Какой-то город, я не знаю, что это. Это дома. Куда мы? Давай в подъезд за мной. Блин!
Где Что-то он? мне это очень напоминает А, одну вот. игру. Очень напоминает одну игру, короче. Там можно спавнить всяких чубзиков, которые, ну, всяких мемов, и они будут, короче, с тобой... Лифт! Лифт, погнали. Ой. Давай. Все, тихо, спокойствие. О, вообще, как мы сюда попали? Зачем мы это... Мы сами можем сейчас пропасть, ты понимаешь? О, музычка. У нас нету связи с жителем нашим. Мы приехали. Алло, Сезам, откройся, мы приехали. Почему дверь нет? Мы застряли в Ой, лифте. подожди. Нажми еще раз. Нажимаю, не нажимается. Вот. Что случилось? Ну, это как всегда, лифт сломался. О! О! Камера! Там камера. Камера. Подсказка. Opening recording. Да-да-да-да-да! Это да-да-да-да! Это та самая игра, я понял! Я понял эту игру. Это видео было снято людьми, бежавшими от Хелви. Блин, а как за кулисы связаны с этой игрой? Куда идем? По коридору? Не знаю. Ну идем, во-первых, сюда сходим. Тут я боюсь коридоров длинных. Погоди, ты где? Стой, ты где, ты где, ты где? А вот, Я погоди. тут. Погоди, тут какой-то дым. Я там обыскивал. Тут какой-то дым. Вот. Пожар, что ли, от лифта нашего? Не знаю. Мне не нравится. О, я не могу сюда пройти. Странно. Ну, вообще. Я Логика. надеюсь, никакая... Надеюсь, никакая чувырла сейчас на нас не выпрыгнет. Господи! Что это? Ты нормальная, нет? Она меня потихо, господи! Она тут! Она меня бьет! Она за мной! Кто? Ты где? Тут нет никого. Нет! А ты где? Я у какой-то лестницы, господи! Я вижу тебя, я сейчас иду. Меня никто не ударил, не убил. Господи, я короче иду. Потом у меня сценка начинается. Вот это вот чувырло. Короче, из земли появляется лицо вот это. Потом оно меня бьет и потом обратно в землю уходит. А у тебя ХП отняли? Опять это лицо, опять это лицо, опять это лицо. Вот тут за поворот. Ага. Иди первый. Я уже... Я так нахватался. Холодильник. Шкаф. Тут... О, еще одна подсказка. Подсказка. Лутай. У тебя ХП отнялись? Да, но я хилюсь постепенно, даже без хил. Он мне положил. Где он? Вон он, вон он, вон он. Беги, беги. Беги, 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 беги. Мне смешно и страшно. Господи, лицо! А если пойти к лицу? Я тебе не советую. Если что, прыгаем туда. Так тут потолок стеклянный, как ты прыгнешь? Вот там какой-то компьютер. Телевизор. Телевизор. Нам нужно как-то туда. По потолку? О, дверь открывающаяся. Как нам туда? А, стой. Ха. Подожди. Ха. Я не могу запрыгнуть. Все.
Куда она? Лестница? Сюда. Идем. Выход, Ексид. Ну что-то нифига не выход. Тут двери опять. Я к телевизору вышел. А где? Я не понял, ты где? А, вот. Вот. Там еще какая-то ну что? Стой, не нажимай. Ага. Ну что, смотрим? Смотрим. Так, и все, и на этом заканчивается первая серия.